Итак, мы сейчас пишем видео о промежуточных результатах, которые у нас получились. Значит, поставлен пятилопастный винт по чертежам трехлопастного. Я сбросил ваттметр, и ваттметр у нас поработал некоторое время. Значит, что я вижу? Что максимальный ток у нас был 2 ампера выработанный, и максимальная мощность 53 ватта он выдал. 2 ампера, в общем-то, неплохой ток, такой стартовый. Сейчас посмотрим на сам ветряк. Здесь немножко кривая труба, наша достопримечательность. Сейчас мне немножко удалось выпрямить. Ну, фактически она почти прямая стала. И, конечно, так на нее страшно смотреть. Но мы не будем на нее смотреть, нафиг надо.